И всем привет, ребят, с вами я Снэк Дуртука, и со мной сегодня Даша 4. Боже мой, ты мне уже надоело со своим Даша А4, убери это из своего ника. Нет, мне нравится А4, поэтому все. Я через окно. Дула. Дула. Какая еще дула? А ты иду? А ты куда через окно прыгнул? А я тебе на бошку. Тебе что-то не нравится? Давай краткий игрок. Убирай давай А4. Ну потом, когда ты переименуешь. Ну, давай хочу. На 50 подписчиков переименуешься. Хорошо. Так, ребят, давайте быстро подписчиков 50 накопляем, потому что меня это начинает бесить. Ладно. Сегодня у нас будут прятки, поэтому давай. Я ищу, поэтому прячься. Ты куда их откинул? Еще одно дело. В смысле, еще нельзя? Что ты сделал? Я теперь мини? А, да. Ты где? Это мы сюда куда-нибудь ставим. Опять же, на этой огроменной карте. Угу. Ну. Это второй раунд, теперь я первый ищу. Угу. Вот, давай иди прячься, а я пошел. Текстуры залазить нельзя. Почему? Ну, потому что тогда я в дерево залез, ты меня почти ты меня не находила. Ну ладно, это реально читерство. А я пошел в дерево. Так ты меня там будешь видеть. Но не прятаться. Я в пол буду смотреть. Вот. Все, я смотрю. Окей, что я пошла. Это у нас новая программа. Хорошо, да. Поэтому. Не знаю, что будет. В этом они что будет с ней, я не знаю, как она хорошо работает или нет, но только когда находишь, не убивать. Угу, хорошо. Только потом еще телепортироваться где-то непонятно где. Она просто карты не помнит. Я вот еще бегаю по карте, еще тебе есть. Как раз это хорошо, потому что ты будешь все впервые, ну как впервые на карте. Да. Не подходит так. Кстати, вышло новое обновление. 2.9.01. Ничего не понятно. Ладно. И там помнишь, ты в прошлый раз спрятал их в том месте? Угу. Ну, где труба. Угу. Где там можно пройти сквозь темноту. Угу. Там его перекрыли. Ну ты уже спряталась. Сейчас, вон секунд. Мани тут. Говори на русском. Кто-то не понят. Я же сказала, ну, типа, кстати, одна секунда. Мини это на украинском. Да, я знаю. Все, уже одна one second уже прошло. Поэтому все пошли. Вот тогда. Ну, сколько там? 10 seconds. Раз. One, two, one. Ля-ля-ля. Three. Бегаем, прыгаем. Сидим на месте. О, кстати, я пойду в самое первое место. Хеликоптер, хеликоптер. Давай, я вот так вот сделаю. А, потащи мисхоптер. Сиди. Ну почему же дождик капает по лужам? Почему же? Мы тебя ищем опять. Я думаю, я себя слышу. Я тебя ищу сразу под картой. Ладно. А, вот тут там можно. Она, кстати, видит, что у меня тут происходит. А ты выключил? Ну да. Я его в самом начале видео выключил. Окс, я тебя нашел. Блин! Ты не забудь увеличиться. Так я уже увеличилась.
глаза уела. Я их удалила. Зачем? Без понятия. Не удаляй. Ну, вот. Не удаляй их. Ну, посмотрим, что будет. Если еще раз удалишь, я тебя кипну. Бан добавили к Сивчингам. Тоже с обновлением. Это можно теперь делать, это делают только, это могут делать только ютуберы. Могут забанить. Скобочек нет, я тебя обманываю. Ты где ходишь? Ты что ходишь? Счёп. Имена отключи. Ой! Классно. Отлично, ой, я теперь могу спорядку. Даша и Никита. Боже мой. Чем? Чем? И сразу же Ники отключай. Так они у меня отключены. Они опять блин могут включиться. Меня почему-то выбивают. Даша и Никита. А меня почему-то не выбивает. Прикинь. Прикинь, вот. Вроде бы ей все равно. Да хватит! Не надо это петь, меня могут забанить за песню. Почему? Потому что у меня нету авторских прав. Я там чуть не умер, когда ты эту песню начала петь в одном из видео с тобой. А ты что, правда? А ты что, неправда? Ну да. Скобочка. Ищи, ой, прячься. Я уже спрятался полвека назад. А, я его перестал. Нет. Еще нет. Теперь да. Ты меня видишь? Нет. Я вижу тебя. И ты направляешься в мою сторону, мне это не сильно нравится. Нет, меня тут нет. Сразу же говорю, я на улице. Говорю, я на улице. Ты там, ну, возле кустов. Нет, я кустов тут... А, нет, видел, но уже нет. Меня вообще рядом с кустами нет. Я буду... Я, кстати, от третьего лица бегу. Я буду великаном. Там зачем увеличилось? Ты меня в проходе не найдешь. Я увеличилась, я бью, я как-то себя убиваю. Это как? Ты от третьего лица? А, ты, наверное, вверх бьешь, оно бывает. А когда ты маленький, оно не работает. Знаешь. Хочу тебе найти. Я сказал, я на улице. Ну то понятно, что на улице, ну примерно где. По звукам услышишь? Нет. Поставь погромче. Да ты слышишь, не слышишься. Да я тут полный с огнемета. Я тут шаги слышу. Говорю, сразу же тут есть окна. То есть я возле здания. Нет, здесь есть окна, я в здании. Ну, не в здании. Точнее, возле здания. И это не дома. Погоди, я упал. Погоди, стоп. Не считается. Я упал. Ты не под картой? Нет. Под картой искать нельзя. Не ходи. Так нечестно, ты меня найти можешь, когда я прячусь.
Я теперь в доме. Потом еще имеем в домах. Капец, ты меня тут даже не найдешь. Ты меня тут... Ты никогда меня в мире не найдешь. Кстати, за... В... А можешь эту лазерку сделать? Вверх. Я сказал, я в доме. И нет, я не буду. Ты меня тогда спалишь сразу же. Я не такой тупой. Ты сейчас просто хочешь легко выиграть. Да, конечно. А ты в доме, который на первом этаже? Да. В котором один этаж всего лишь, да? Нет, два. И он возле края карты. Я тут вижу лестницу, тут какие-то взрывы идут. Какая-то фигня. Дырка в стене есть? Дырка в стене? Ну, чуть-чуть тут на подъеме на лестнице, на второй этаж небольшая дырочка. Блин, как ты меня нашла? Блин, я очень... Я очень рядом с этим местом. Ну как очень? Ну рядом, но не сильно. Плохие новости, я тебя теперь слышу. Ох, слава богу, я тебе. Yes. Вижу. Ты на второй этаж поднялась. Где? Я тебя уже не вижу. Отвечаю, ты на ты на втором этаже. Господи. А где еще? На первом. Сейчас на второй поднимаешься. На лестнице. На втором. Так. Да, господи, как... Я Мэджик. Немного. Так, тебя вроде бы нет. Рядом со мной. Я тебя вижу. Я сейчас от страха упал. Я спрыгнул. Кстати, я подлетел. Кстати, я читер. Кстати, в скобочках нет. Ой, точнее, в скобочках да. Ну, можно сказать. Я тебя не вижу. В какой школе? Ну. Там, где мы были? Да. Не. Я. Ну, короче, ты в этом месте была. На втором. Я тебя только что видел. Ты была потом на заборе. Потом слезла и сейчас куда-то ушла. Сейчас видишь? Нет. Может, сейчас увижу. Так. Как? Так. Где? Вот так. Так. Не знаю. Может, ой, погоди, я вылез. Ничего. И ты там была два раза. Ну как два? Ты там была. Два раза в него проходила и два раза на лестнице была. Может, даже три. Помидорка. Ты не в текстурах? Я в текстурах. Ты ищи. Сказал, я сказал, теперь я в текстурах. Я же признался, что я в текстурах. О, кстати, воздушная тревога сейчас начнется. Я знаю, это где. В каком? Я не знаю. Я не вижу тебя. Это правда. Я в этом доме увидел.
Уже сейчас нет. Я был в этом. Я в доме. В котором ты была. Так я вот сейчас. На втором этаже? Да, вот, сейчас на первом. Я на первом этаже. Этого дома. Может, ты в лестнице? Ты в лестнице, может? Не знаю. Так, это же ночевка. Можно. Тебя там нет? Я там был. Но я ушел. Я ушел оттуда. Я убежал. Из лестницы? Да. То есть ты была возле меня. Ты в прошлой части говорил, что передвигаешься ниже. О, сейчас можно. Это вторая часть, тут все по хардкору. Короче, я возле леса. О, сирена. Забыл. Неважно. Я возле леса. Тут есть палатки. Возможно, я в одной из них. Ну... Ну, тут белые и зеленые. Ой, я под карту как-то провалился. Погоди, я под картой. Не ищи меня. Если если куда-то провалился, ставь в том месте, где стоишь. Я, кстати, поворачиваться нельзя. Все. Нет! Да почему я в подкарту проваливаюсь? Тупой человек. Тупая карта. И самое интересное, я обратно не могу залезть. Стой на месте. Я тебя вижу. Ты меня под картой. Сейчас влетаю в орбиту. Блин. Короче, тупая. Тупой способ. Не буду вылазить. Ну, подниматься. Я хотел подняться, тебя найти. Ладно, все, можно. Ты меня здесь полвека будешь искать. Слышала? Да, только я не знаю. Не говорю, я лазер, но мы не делаем. Нет! Ты меня сразу же увидишь. Нельзя. Ты делай, что хочешь. Это мое право. Я не хочу этого делать. Я не хочу сразу же спалить. Я тебя вижу, ты очень рядом. Ты сейчас пропаркурила. Возле хатки какой-то. Хатки. Сразу же говорю, ты... Я... Где? И где я? Что где? Ты сказала, сейчас нашла. Нет, нашла больше. Ты видишь этот ключ? Нет. Может, я не в текстуре. Или ты не пойми где. Может, в бассейне? Окс, я рядом с бассейном. И ты меня Я тебя вижу! Я тебя вижу! Я тебя вижу! Я впереди! Вперед! Вперед! Нет! Как ты летаешь? А, точно. Тут же можно подняться. Точно. Я снизу.
под текстурой. Та-дам. Бу-га-га-га-га, все, я все. Это я тебя нашел, а не ты. Я сам сдался. Если б я тебе не подсказывал. Если б я не подсказывал тебе, ты бы тут сидела полгода и искал бы. Пока бы не надоело. Все, иди. Иду. Ну и где теперь порталы? Поэтому я их уничтожаю, потому что я тебя не отдельно. Так заспавни новые. У меня больше не спавнится. В смысле? Нет. Ты один... Как тебя спавнить? Нажми еще раз заспавни. Не смей трогать мои порталы. Увеличиваемся. Увеличиваемся. Зачем? Это мой портал. Ты че? И то сама себе заспавни. Тогда я тебя убивать буду. У меня он больше не спавнится. В смысле? Да в прямом, вот. Ладно, беги. Вот. Наконец. Беги. Беги. Ты подкаст! Ты подкаст! Я тебя увеличил, ты уменьшилась и подкасту провалилась. Я сейчас просто ничего не понял. Короче, я смотри. О, я стал огромным. Почему? Да. Смотри, что со мной. А, все. Как взял третье лицо, сразу все прекратило. Боже мой, иди сюда. Смотри, что у меня происходит. Иди сюда, подойди сюда. Пожалуйста. Я где-то. Я где-то сверху. Да смотри, да и подойди ко мне. Чё так сложно встать? Чё это? Я портал держу. Всё, сейчас буду полвека падать. Интересно, да, я огромный. Господи, мне это понравилось. Я хочу ещё. Ну и слава. Это была злая. Ну и ладно. Ну и ладно. Поздравляй. У меня и так ничего сегодня нет. Ни день рождения. Ника не рождения. Не рождения. И ничего такого. О, все, я начал лететь. Та-та-та-та! Вниз. Куда? И куда? И как это со стороны выглядит? Сейчас посмотрим. Я просто лечу. А, нет, я там вожусь. А я не вожу камерой. Вот, смотри. Боже. Ребят, вас видно. У нас я сейчас вебку включу. Ну, я вебку включу. Смотрите. Блин. Ты просто не пойми, где. Ты улетел на край света. Короче, вот, смотрите, что там происходит. Вот я лечу. А вот я начал вертеть. Тут вебка маленькая. А вот я все сейчас увеличу. Покажи себя. Вон ты летишь. Все запускаем. И вот. У меня тут плохо на камере видно. Ну, вон. Вон. Плохо. Ну, да. Все. Все, ты спрятал? А, нет. Извини. Не хотел. Я просто хотел пострадать фигней. Бесконечно. Ну или вот так просто полетать. Ура, падаем!
Меня сейчас лагануло жестко, и я вообще огромный. Портал. Короче, все, я пошел искать. С ножиком. И я тебе зарежу. Прыгаем. Я иду. Я все ближе и ближе. Я к тебе. Ладно. Я тебя не вижу. Я вижу портал. Я вижу портал. Ты куда-то катапультировалась. С помощью портала. Ты развернулась. С помощью него. Я в одну и ту же сторону разберусь. Развернулась. Короче, все, я пошел делать баг с порталами. А ты как? Не знаю, мне пока что не очень удобно с новым этим. Ты меня выйдешь? Нет. А, вот, нет. Надо развернуть эту штуку. И поставить где-то на дороге. Не, я еще бак с порталами не показал зрителям. Вот. И он не работает. Да блин. А, кстати, рядом стоит. И такая. Это как будто бы ты куда-то летишь со скоростью света. Хватит уже. Ладно. Ты в доме? Нет, я на улице. Буду искать. В доме. Я опять вижу портал. Ребята, если вы увидите какие-то порталы непонятные, то знайте, это Даша. Это я тебе ловушки, короче, оставила. Я в одном из порталов, может быть. А, хорошо. Тогда я беру вот это. И начинаю все. Все, я буду сейчас эти порталы чекать. И если я тебя там не нахожу, я беру базуку и начинаю тебя бахать. Короче, я в дереве. Все, ищи. Ну тут же очень много деревьев. Но тут же я могу включить просвет ников и тебя найти. Да. С никами. Не пиши. Кстати, хотите вам эффект дам? Живой эффект. Все. Да. На улице. Опа. Да, что там было? Там в дереве что-то было, что-то взорвалось. Это ты туда машину поставила? Да там что-то взорвалось. Ладно. Я пока что не слышу сам себя. Значит, ты либо в этом доме, либо под картой, либо в том. Я в каком-то из деревьев. Кусты считаются за деревья. Наверное, нет. Ну, я, может быть, в одном из деревьев.
Может быть. Может быть, ты в одном из домиков и меня пытаешься обмануть? Может быть. Все может быть. Все может быть. И где я? Акции привет. Извини, я случайно не могу. Это случайно. Зачем ты включил меня? Да я случайно. Все. Короче, если вы не увидели в жимых эффектах, короче, вот вам эффект один. Даша, ты где? Зараз я приду. Ну не матерись у меня на записи. Это не мать. Эй, Джопа. И где ты? Ты опять мой портал удалила? А, точно. Короче, мы сейчас, стой на месте, мы сейчас тебя призумим. Или отдалим. Короче, все отдалил. Тебя. Да. Ну что ж, с вами был я, Snake22K и какая-то девочка. Слышь, я Даша 4. На 50 подписчиков я переименуюсь. Я ее заставлю до 40. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока! А туда не там мой канал. Пока! Все. Пока. Пока-пока!